Волейбольный клуб «Тархан» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России среди команд высшей лиги А. Всего участвует 12 команд. Очередным поражением завершилась встреча с клубом АСК из Нижнего Новгорода в рамках 6-го тура чемпионата. Счет обоих матчей 3-2. Следующие игры «Тархан» проведет дома с командой Грозной Чеченской Республики. 7-й тур для нас очень принципиален, потому что, я думаю, определяться будет будущее нашей команды. Команда занимает 10-е место, и нам некуда отступать. Долг нашей команды перед Грозным. Будут принципиальные игры, как для нас, так и для них. Но я надеюсь на родные стены, что нам помогут. И, конечно, наши любимые болельщики. Игры состоятся 4 и 5 ноября в 17:00 в Стерлитамак-арене. Вход свободный. Поддержать команду «Тархан» приглашают всех любителей волейбола.